Здоровье детей – будущее нации. С этим стверджением никто не спрашивается, але казать, что все наши дети ведут здоровый лад життя, поколь не приходится. По информации Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и громадского здоровья, у минулом годе сирот детей и подлетков региона зарегистрировано амаль 18 тысяч выпадков травмов и отручиваний. Выявляются факты уживания алкогольных и наркотичных речевов. Подчас проведения областной профилактичной акции об их шкоде обовязково нагадают, але упор зробят на пропаганде здорового ладу життя на конкретных прикладах. Будем говорить о прелестях здорового образа жизни на и в том числе каких-то конкретных примерах. Сегодня многие подростки пробуют и отпрашиваются у родителей провести тоже свободное время. Но как его правильно провести? Как его правильно, как его распланировать? Они порой не понимают. Областный профилактичный проект «Здоровые поводины. Твой выбор» лечится пилотным. Ничего подобного в Гомельской области ранее не было. И он протягнется до конца года, причем каждый месяц будет просвечен некой одной конкретной проблеме – от алкоголизма до суицида. Подход будет комплексным. У проекте примут удел валиологи, наркологи, психологи и психиатры. Вариантов реализации так само несколько. По-перше, у Гомеле будут распрасовываться и накировываться у районы методичные рекомендации. Местные медики будут их выкористовывать подчас наведывания навучальных установ. А проча того, у наибольш проблемные регионы будут выезжать представники областных организаций. Будут выезды наши в те районы, проведены мероприятия, где это наиболее нужно для того, чтобы изменить ситуацию и показать одновременно еще нашим специалистам, как нужно проводить подобные мероприятия. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель».